тихо. А я думаю, что это случилось? Это его копыта. Пока ему там придали. О, идет! Идет! Идет, а ты морковку выкинула. Ну что ты будешь делать? Ну чего ты раньше не пришел? По носу ему, да? Не успела я только вас снять, как вы по носу там пожалелись. Да, их всех подряд кормят. И желудями, и листьями. А совом едят? Конечно, едят. Вон листья, видишь, там эти. Это, по-моему, желуди. Ну, вон, видишь, сено дальше в кормушке лежит, дочь. Единственное, что я помню. Эй, смотри, это желуди или эти? Папа, это да. Случайно не орехи? Ну, это желуди, это дубовые. Дубовые? Да. Ага, как оздоровление, да? Они едят как поросята. Поросята же любят голову. Ну да, конечно. Этот вот хитрый, думает, что ты ему сейчас дашь поесть. Ну что, мой красивый. Вкусное что-нибудь дашь. Что-то мой хороший пришел. Ну, желуди уже доели. Да. Ему надо бананов. Бананов немай. Да мой хороший, какой красавец. Соль, помнишь, ты на таком есть? Они тоже какие-то сидели. Поближе, поближе сюда. А чем они его кормят? Сухариками. Ой, уходит, уходит. Я наелся. Пошел к своим микрофонам. Быстрее. Сонь, давай, держи. Морковку увидел. Ну, сейчас подойдет. Возьмет мою морковку. Мне уже руки замерзли держать.